правительственная программа развития инновационных разработок в Японии. В январе 2018 года начнет работу международный бизнес-кэмп Blockchain Business Camp Tokyo. Его задача – стать акселератором для новых стартапов и способствовать созданию благоприятной среды для развития международного бизнеса. Прием заявок на участие в программе продлится до 24 ноября 2017 года. Запланировано, что обучение будет проводиться в течение 3 месяцев. На протяжении этого периода участники, благодаря помощи менторов, получат не только новые знания и возможности, но и познакомятся с потенциальными партнерами и инвесторами. Среди наставников программы – представители финтех, банковских, логистических и финансовых компаний.